Всем привет! Сегодня у нас обзор покупок из магазина Галамарт. Первое, значит, у нас это вот такая вот разъемная форма для выпечки размером 20 на 6,5 сантиметров. У меня нет ни одной такой формы, поэтому я решила взять, попробовать небольшую. Сегодня попробую в ней испечь манник. Форма эта стоит 99 рублей. Также в ней можно и салаты делать. То есть дно убираем и закладываем продукты. Так, следующее у нас это вот такая вот кастрюлька. Кастрюлька она 2,8 литров из нержавейки с толстым дном. Кастрюлька очень тяжелая, хорошая. Так, что мне в ней понравилось, это вот такие вот желобки с двух сторон. И также на крышечке с двух сторон отверстие. То есть очень удобно будет сливать воду из нее. Ручки у нее тоже металлические, также с нержавейки. До этого у меня была кастрюлька с пластмассовыми ручками. Ручки все сплавились на газовой плите. Решила взять вот такую я кастрюльку. И цена у нее очень хорошая. Всего лишь 649 рублей. Вот такая красота. Так. Дальше вот такая вот помада. Вот такой вот цвет. Ну, давно я хотела такой цвет. Сегодня купила. 59 рублей. Вот такая емкость для хранения. Это мне для работы. Баночка нужна. С собой еду брать. Пол-литра она. И стоит она 29 рублей. Дальше у нас. Это мы все знаем, что это и для чего. Крышка для СВЧ. Стоимость у нее всего лишь 26 рублей. Вот такая вот замечательная крышечка. И дальше у нас идет зеркальце. Двухстороннее зеркальце. С одной стороны увеличивает. С другой стороны обычное. Зеркальце у нас стоит 169 рублей. Конечно, не так дешево, но мне оно очень нужно, так как я свое разбила. В общем, вот такие вот покупки в прекрасном магазине Галамарт, который недавно открылся недалеко от нашего дома. Сейчас не нужно никуда ездить. Вот всем советую посетить этот магазин. Всем пока!